Я приветствую мальчишек, а также девчонок, которые уже вскочили со своих кроватей, чтобы вместе с нами сделать самую энергичную и веселую зарядку в мире – зарядку с чемпионом. Меня зовут Сергей Белоголовцев, а это мои помощники. Юные спортсмены, знакомьтесь. Надя. Петр. Света. Даша. Руслан и Лида. Друзья мои, перед тем, как мы начнем нашу зарядку, хочу задать вам один сложный вопрос. Знаете ли вы, что такое аксель? Вот и я не знаю. Ничего, сегодня к нам в студию придет человек, который не только проведет с нами зарядку, но и скажет нам, что же это такое аксель. Это знаменитый фигурист Сергей Новицкий. Ура! С 2001 года Сергей катается в паре с Яной Хохловой. И именно с ней завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2008 года. И надеется завоевать золото на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. Ну что же, мои юные любители фигурного катания, давайте поприветствуем Сергея аплодисментами. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Давайте начнем нашу зарядку. Кстати, а с чего мы ее начнем? С разминки. С разминки. Любую зарядку надо начинать с разминки. Итак, первое упражнение нашей разминки. Мы будем разминать голеностопы. Голеностопы. Чтобы их не подвернуть. Чтобы их не подвернуть и не травмировать, не дай бог. Так, готовы? Что, готовы все? Готовы. Ставим правую ножку на носок. И начинаем вращение от себя. Да? 3, 4. Начали. Поехали. 1, 2, 3, 4. Меняем сторону. 1. Другую сторону. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Отлично. Теперь меняем. 1, 2. Сергей. 4. Вы действительно мечтали стать космонавтом? Да. Да? Да. А кто ваш любимый космонавт? Не знаю, любимых нет. Наверное, хотелось в детстве быть похожим на Гагарина. На Юрия Гагарина? На Юрия Гагарина. Ну, знаете, вы немножко похожи на Гагарина. Так, хорошо, закончили с этим упражнением. Что делаем дальше? Ну, поскольку сегодня мы готовимся к прыжкам. Сегодня у нас будет прыжковая зарядка. Да. Сегодня отлично. К прыжкам, поэтому мы разминали голеностопы, соответственно, чтобы при приземлении не подвернулась нога. Соответственно, снизу мы переходим к не менее важной части наших ног. Это коленный сустав. Коленный сустав. Очень важная часть ног. Да, согласен. И поэтому мы точно такими же. Мы чуть-чуть приседаем. Ставим ручки себе на коленочки. И опять вот такими же вращательными движениями начинаем, соответственно, в разные стороны разминать коленный сустав. Давайте вращаем, вращаем коленками в одну сторону, допустим, 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, как делает Сергей. У него такая большая амплитуда вращения. Ну, естественно, начать можно с маленькой, чтобы не травмировать неразогретое колено. Постепенно, естественно, все увеличиваем. Увеличиваем, да? Диаметр вращения коленей мы увеличиваем. Такую рисуем, такую окружность нашими коленками. Давайте еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. В одну и в другую. 1, 2, 3, 4, 5. Закончили. Немножечко встряхнем, сбросим некое напряжение, которое образовалось у нас в ногах, и приступим к следующему упражнению. Мы дальше продолжаем работать над ногами, естественно, поскольку мы готовимся к прыжку, надо, чтобы ноги, естественно, нас хорошо выталкивали и хорошо нас ловили после того, как мы прыгнем. Ага, то есть хорошо выталкивали ноги и хорошо ловили. Ну, естественно. То есть мы мягкими и пружинистыми. Пружинистые должны быть ноги у настоящего фигуриста. Что мы делаем? Естественно, мы сейчас ставим, опять же, ручки на колени. Ручки на коленки поставили. Приседаем вниз до упора. И точно так же потом ставим, чтобы вот здесь получился угол 90 градусов. Вы почувствуете, как у вас тянется задняя поверхность. Должны мы смотреть вперед и по возможности улыбаться. Улыбаться, чтобы прямо с утра заряжать себя хорошим настроением. И вот так мы, соответственно, раз 10. Раз 10 сделаем, не меньше. 8,
9 и последний раз 10. Великолепно. Великолепно. Мы закончили с разминкой. И теперь можем приступать к основной части нашей зарядки, которая сегодня посвящена фигурному катанию. Первое упражнение у нас теперь будет, мы немножко увеличим нагрузку на ноги, если мы приседали на двух ногах. Теперь мы уже практически все готовы к прыжкам, поэтому мы сделаем фактически то же самое, но на одной ноге. Это называется пистолетик и, в общем-то, тоже разминает довольно-таки хорошо все группы мышц на ногах. Понятно. Делается он приблизительно вот как-то. Ага. Вот так. Соответственно, мы меняем ногу и то же самое делаем направо. Видите, тренер нас приседает очень глубоко, потому что он профессионал. Вот. А мы будем приседать, ну, кто как сможет. Руки у нас где, тренер? Руки либо в сторону, когда приседаешь вниз, лучше вперед, так будет легче. Понятно. Руки в сторону. Руки в сторону, когда будем приседать, будем руки выносить вперед. Давайте начинаем на правой ноге. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Отдыхаем. Встряхнем правой ножкой. Она у нас очень хорошо сейчас поработала. Очень хорошо она у нас нагрузилась. А теперь давайте будем приседать на левой ноге. Левая нога, приготовились. Поехали. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Молодцы. Сергей, что мы делаем дальше? Что вы нам предложите? Дальше мы наконец начнем прыгать. Только не наконец-то так, начинаем хотели, прыгать. Но мы садимся вниз. И прямо оттуда снизу выпрыгиваем наверх. И приземляемся, соответственно, обратно вниз. Раз, два, три, четыре, пять. Сделаем паузу. Поднимаем ручки вверх, выдыхаем. Восстанавливаем дыхание таким образом. Подышали и можем сделать еще 5 прыжков. И раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Очень высоко выпрыгивает Сергей. Мы немножко пониже, но в принципе мы все равно делаем это замечательное упражнение. Что делаем дальше? Сейчас мы начнем прыгать турчик. Турчик это что? Я сейчас покажу, что это. Он отлично нас подготовит к прыжку и немножко приведет в чувство наш вестибулярный аппарат. Великолепно! Показывайте! Делается это приблизительно так. Простой тур в один оборот. Итак, мы готовы делать тур. Где у нас ноги? Ноги у нас стоят приблизительно на ширине плеч, не ноги шире. На ширине плеч? На ширине плеч. Потом небольшой замах руками. Угу. И поворот. Выпрыгиваем и точно так же на две ноги спокойно прыгаем. Отлично. Давайте мы сейчас сделаем серию из 5 таких прыжочков, а потом сделаем небольшую паузу. Итак, мы готовы. Отлично. Начинаем. И раз, два, три. Ой. Четыре. Ой-ой-ой. И последние 5. Ой, отлично. Немножечко у нас закружилась голова. Давайте мы придем в себя. Давайте подышим. Немножко так помотаем головушкой, чтобы наш вестибулярный аппарат привел нас в норму. Фу. Ну все, мы готовы к следующему упражнению, Сергей. Отлично. Следующее упражнение у нас будет посвящено тому, чтобы приготовиться к выходу из прыжка, что тоже очень немаловажно. То есть мы сейчас прыгали, а теперь будем выходить теперь из прыжка. Будем пытаться приземлиться после прыжка. Приземлиться будем пытаться после прыжка. Смотрим. Итак, подпрыгиваем вверх и приземляемся на одну ногу. Мы поняли, как делается непростое упражнение, и теперь готовы вместе с вами, тренер, его начать делать. 5 разиков. 5 разиков и передышечка. Отлично. Давайте. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. Отлично, почти все справились. Очень красивое упражнение. Мне кажется, оно тренирует не только ноги, но еще и координацию движений. Правильно? Координацию, да, потому что с прыжка очень важно приземлиться, чтобы прыгнуть мало. Подышим немножечко, подышим. Фух, отдохнем. И сделаем еще 5 прыжочков. Мы готовы. Сергей. Отлично. И раз. И два. И три. И четыре.
и вверх. Блестящее упражнение, и мы, мне кажется, с ним блестяще справились. Да, Сергей? Однозначно. Уверен, что наши телезрители справились с ним не менее блестяще. И мы заканчиваем основную часть нашей зарядки и переходим к восстанавливающим упражнениям. Какое первое упражнение, Сергей? Так, ну, поскольку мы много прыгали и очень нагрузили особенно много нашу четырехглавую мышцу. А где у нас четырехглавая мышца? Четырехглавая мышца – это вот эта вот. А, вот эта? Да. И сейчас мы ее стараемся привести в чувство. Делается это очень довольно-таки простым способом. Так. Берется нога и вот так тут прижимается к себе к ягодице, пятку. Стоит она с ровной спиной. Если все сделано правильно, очень сразу почувствуете, как у вас сразу вытягивается эта мышца. Угу. Если так постоять какое-то время, усталость, в общем-то, и все остальное проходит. Итак, на левую ножку встали, правую ножку подтягиваем. Прижимаем ее к ягодице, стараемся стоять, не теряя равновесия. Мы чувствуем, как у нас эта четырехглавая мышца растягивается и усталость уходит. Так, теперь давайте поменяем ножки. Теперь встанем на правую, а левую подтянем к ягодице. И так чуть-чуть ее немножечко подтянем левой рукой. И можно закончить с этим упражнением. Спасибо вам большое, Сергей. Давайте поблагодарим Сергея Новицкого за то, что он провел с нами замечательную, очень познавательную зарядку. И, конечно, мы сейчас вас уже отпустили из студии, но очень нам всем интересно, чтобы вы показали нам какой-нибудь элемент из арсенала фигурного катания. Что вы нам можете показать, Сергей? Собственно говоря, я покажу вам аксель. Это то, ради чего мы сегодня разминаем. Точно! Нам повезло, ребята. Нам повезло. Мы увидим аксель настоящий. Делается он с хода назад. С правой ноги потом... А по-моему, аплодисменты, а по-моему, крики «Браво!» Спасибо вам огромное, Сергей. Вам спасибо. Мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что очень скоро снова увидимся на новой зарядке с чемпионом. Хорошего вам, бодрого дня, всего доброго, дружите со спортом. Пока!